Всем огромнейший привет. Конечно. У нас сегодня оливьеха. Только что нарубали. Нарубала я. Я одна. Я оливье никогда заранее не заправляю, ребят. Так, накромсала, короче, а потом в тарелке мы его месим. Оливье я делаю без морковки. Терпеть не могу вареную морковку. Как обычно я. Сегодня у нас 8 ноября. Хотел сказать 8 июля. Уже лето. Ну, типа. Что-то, походу, маловато себе мазика навалила. Делала я его, короче, в пятницу. Перед алкостонизацией. И так мне еще его захотелось. Мы его сожрали за один день, ребят. Ну, почти за день. Ну, да. За два, можно так сказать. Ну, можно так сказать. На следующий день, короче, там уже подъедали остатки. Да. Вот так-то. Ну что, ребят, всем приятного аппетита. У меня тут еще зеленый лучок. Ну что, погнали. На. Теплый еще пока. Потому что картошка. А зеленым луком, кстати, вкусно. Как у вас дела? Как настроение прихорашивается, сидит? Как тебя зовут? Ваюсянь. Ваюсянь сидит с Галиной Малиной и ест оливье. Ага. Он немножко заблудился. Почему он? Он мальчик, что ли? Да. А ты что, думала, девочка? Да. С такими волосами. Когда раньше носили длинные волосы. Ага. Какой сочный лук, прям сок. Как у вас погода, ребят? У нас то холодно, то плюс один, короче. Сейчас пока плюсовая температура будет неделя. Плюсовая? Плюс один. Опять все таять будет, а? Оно уже тает. За ночь навалит, утром тает, днем. Вообще ужас. Никому не желаю такой погоды. Гадость вообще. Сейчас замариновала курочку, короче, целиковую. Купила специальный шеф-соус под нее. И поставила на ночь мариновать. Завтра буду запекать. Будет у нас потом на мукбанге курятина целая запеченная. Надеюсь, она получится у меня. Получится. До этого же получалось. Всегда причем. Прям вот оливье ем и хочется Новый год. Да? Выпить хочешь? Почему выпить? Выпить я могу в любой день. Мне пофиг. Новый год мы же будем. Именно Новый год хочется. Праздничного вот этой вот атмосферы, понимаешь? Да. Jingle bells. А что уже осталось фигня? Полтора месяца, считай. Капец. Недавно вроде 9 окончила. А уже Новый год. Только лето было. Угу. Вроде недавно в Москве были. Вчера вон, да? Угу. Уже прошло 3 месяца. Быстро, однако, время летит. Да. Какое еще время? Не знаю. Я же на автобус не опал, типа. Нет. А еще в школу, да? А свет вырубали, я не установила на микроволновке. Когда свет вырубали? В какой-то там, где 2 числа, что ли? А со 2 числа нам не настроено время. Угу. Не молчи, рассказывай что-нибудь. Вещи я не вывожу. Как это? Как у вас дела, ребята? Что делаете? Как это? Ты вот когда что-то здесь делаешь на кухне, тебя не остановить. У тебя язык вообще не закрывается. Очень рот. Каждый раз. Постоянно. Бу-б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 у.
Говорю, Настя, ты замолчи хотя бы на 5 минут. Не всегда так, не верьте ей. Всегда. Нет. Вот я ненавижу, когда со мной спорят. Вот когда ты сидишь, смотришь, слушаешь свою колонку здесь и что-то делаешь, тогда да, ты молчишь. Бывает, тоже помолчу и пойду сделаю свои дела. Ой, жуй, давай. А иногда, когда времени у меня много, то я болтаю. Вообще, сиди ты в наглую врёт. Я не вру никогда. Ой, да-да. Слушайте, я это хочу. Угу. Ну, слушай. Она всё врёт. Угу, постоянно. Да. С луком, кстати, прикольно. Зеленым. Очень вкусно. Но в прошлой жизни была кроликом. Почему кроликом? Ты зелень хаваешь. Потому что это витамины. Будем тут помолчать сидеть. Мы кушаем. А когда я кушаю, я никого не слушаю. Когда я ем, я глухо ем. У нас мукбанг. Так что болтай, болтай. А что я должна болтать? Что-нибудь расскажи, всегда я болтаю. Они меня уже третий год слушают, мои болтания. Ну, пускай дальше слушают. Я что, мешаю, что ли? Волосы длинные, кстати. Блик. Мне б такие волосы. Мне б такие волосы. Мне б хотя бы просто густые волосы. У тебя густые, погуще, чем у меня 3 волосина. Да, у меня на 3 волосины больше. Вот не ври, а. У меня такие были, когда я такая была. Такие же, как у тебя. Потом все вывалилось. Ну и все, уже еще что-то. Ну там еще что-то осталось, пару волосин. Мам, пару, типа, просто была лысая башка, и 2 волосинки поторчали. Я бы не снимала мукбанги. В таком виде. Шапку бы одевала такая, как гопник. А я бы парик купила себе. Какой-нибудь дешманский? Как у этого? Искусственный за 100 рублей. Какой? У Венди. Я не знаю, кто такой Венди. Ну или как его? Венди Раш, во. Или как его? Венди Раш. А. Как у него парик? Вадимка? Такой бы купила, да? Вот мочалку на голову. Да? Мочалку белую вот эту. Сидела бы. Он ржачные видосики снимает. Смотрите, Венди Раш. Венди. Венди. Мне будет Венди. Да, многие его знают. По ТикТоку. Но некоторые в ТикТоке. Мы, короче, вчера в творческой студии сверху захожу, там уведомление висит. Что с февраля месяца шорты можно будет монетизировать, ребят. Кого? Короткие ролики на ютубе. 15 секунд, 30 секунд. Вот так вот. Нельзя или можно? Можно. Они же не монетизируются, эти короткие эти ролики. А с февраля можно будет уже монету, короче, на них ставить. Ну, это у кого монета подключена, у кого монета не подключена. Потому что знаете почему? У кого монета уже подключена, то сможешь себе монетизировать шорты. Как квасом пахнет. Оливье с квасом. Это уже будет окрошка с квасом. Я хочу окрошку с пивом попробовать. Я вот обычно пробовала. Ты же окрошку вообще не ешь. Ты же не любишь окрошку. Ну, салатом ем. Ну? Но мне не... Я же пробовала ваши, которые там с водой, там, с молоком или с чем-то там еще. Каким молоком? Ну, а с чем? Ну, с водой. Ну, я делаю с водой майонез и сметана. Некоторые... На кефире я еще ела. Да, некоторые там на кефире. На иране можно. На иране. А я вот хочу с пивом попробовать. Я с классом пробовала, кстати. Ну и как? Говно. Вообще отстой, я тебе говорю. Такое ощущение, что его уже кто-то до тебя ел, да, эту окрошку? Какой-то цвет еще. Кого-то его поели и обратно. Ну, я говорю, кто-то ел до тебя. И тебе его поставили. Эту тарелку. Фу. И вид у окрошки с квасом говно какое-то.
Да мы поняли, говно, говно, хватит про говно уже говорить. Кто-то любит окрошку с квасом, у меня, да, от одного вида воротит. У каждого свои эти. У каждого свои вкусы. Тараканы. Вкусы. Да. Приоделась. Мадам такая. Брошкина. Не мадам, а Вэйюсянь. Называй меня теперь Вэйюсянь. Мусасянь, блин. Вэйюсянь. Вэйюсянь. Мой сосянь. Мой сосянь. Ладно, Вэйюнь просто говори. Вэйюнь. Господи, да я уже через минуту забуду вообще. Вэйюнь. Повтори. Мой сосянь. Вэйин. Мусасянь. Мама. Ну серьезно. Вэйин. Доедай давай, болтунья. Я не услышала, нормально, четко. Вэйин. 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 Да не Вэйн. Как так встанет меня? Ладно, старейшина Илин. Илин. Илья Муромец. Ешь давай. Старейшина Илин. Старик Илья. По-русски перевожу вам, ребят. Старик Илья. Ты чего обзываешь? Я перевожу. Ему всего 18, когда он умер. Было. Господи, боже мой. А потом он переродился. Давай уже ложку свою запихивай и поедет самое прощается. Мо сюаньюй. Я просто хочу, чтобы видосик это, ну, такой был. Ой, мой сюаньюнь. Мо сюаньюнь. Мой сюань-вань-вань. Короче, давай. Не-не-не-не. Я хочу послушать, как это звучит от тебя. Мо сюаньюй. Мой сюаньюнь. Не юнь, юй. Юй. Мой сюаньюй. Мой сюаньюй. Мой сюаньюй. Ну, может, что-то более-менее, ладно. Дзянчен. 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 Дзянне. Дзянь. Настя, доедай. Время у нас уже 13 минут, хорошее. Ну, что будет смотреть? Будет. Ханьгуаньдзюнь. Хуаньманьгуань. Нет, давай. Ханьгуаньдзюнь. Хуаньгуаньдзюнь, Джеки Чан. Ешь давай. Ладно, просто. Ланьваньдзи. Лань-вань-мань. Лань-вань-мань. Настя, доедай. Ну тебе сложно. Отстань, а кому это будет интересно смотреть? Это смешно. Не смешно, смешно. Только тебе. Нет. Лань-вань-ди. Лань-вань-ди. Не ди, а зи. Доедай, говорю. Лань-вань-ди. Все, ребятки, спасибо, что... Нет! Доедай. Повторишь еще два и все. Лань-вань-ди. Не ди, а зи. Ди. Ланьванди. Ланьванди. Да не ди, а си. Да не ди, си. Ладно, дзинь-гуаньяо. О боже. Дзинь-гуаньяо. Дзинь-гуаньяо. О, первое хорошее получилось. Все, два слова сказали. Все, давай прощаться. Подожди, я еще не доела. Растянула мне тут видос. Это хорошо. Ты сама говорила болтать, что же еще что-то не нравится. Что за человек? Так надо болтать и ложкой работать. Я вон болтала и все съела уже. Давай последнее имя. Джоу Джишу. Джоу Джишу. Молодец. Наконец-то успокоилась. Да, нет. Ладно, последнее. Ванька Син. Все. Ванька Син. Ванька Мань. Да Ванька Сюнь. Ванька Син. Ванька Син. Угу. Мой любимый. Господи, это вообще кто такие? Последние хорошо, два... что у нас русский народ так не зовут. Такими именами. Ван Ибо. Ван Ибо. Сяо Джань. Сяо Джань. Сяо Джань. Сяо Джань. Мань. Пань. Сяо Джань. Настя, 15 минут, хватит уже. Между прочим, Сяо Джань и Ван Ибо играли роль вот эту вот. Никому это не интересно. Меня смотрят взрослые люди. Никто этого не знает. Вообще-то там есть некоторые анимешники. Это было давно, полгода назад. Анимешники. Все, ребят, спасибо, что покушали с нами. Пишите комменты, мы вам будем очень благодарны. Всех обняли, всем пока.